Ой, тут смотри, папа. Не крути сильно, а то разгонимся быстрее. Ой, он мой палец собирается есть. Он правда меня укусил. Он заживал Милану. 50 миллионов просмотров. Всем привет. Привет, я устала. Мы приехали в парк, на Сокольнике. Хотим посмотреть, что это за парк. Мы тут первый раз. Папа нам сейчас возьмет клубнички. Милана, ты любишь клубничку? Да, ну не очень. Я люблю больше малину. Ты малину? Она кислая, ты ее не станешь есть. Я никогда не люблю малину вообще. Я люблю клубнику. Как такое может быть? Какая ваша любимая ягода или овощ? Сегодня выходной, очень классная погода, мы решили выйти погулять. Конечно. Так что сейчас посмотрим, что за парк есть. Папа нам уже купил клубничку. Ну-ка давай, Милана, бери, пробуй. Все, Милана? Ну-ка попробуй. Это по-всему кислая. Вкусная? Офигенная. Офигенная? Ну все, мы идем гулять и кушаем клубнику. Пойдем посмотрим, что за парк нас ждет. Заходим в Сокольники. Вот он, вход. Тут арка такая, наверное, ночью светится красиво. Милаша, это овечки, да? Я с ней не разговариваю. Тут очень много всяких вагончиков с едой. Разных. На любой вкус и цвет. Причем сами вагончики в разном стиле оформлены. Вот есть seafood box, он голубой, оранжевый там. В общем-то, их очень-очень много. Сейчас возьмем себе чаек, хотим сесть. Попить чаек и покушать клубнички. Тима, сладкий. Мы пришли, устроили пикничок. Сейчас папа принесет какао свое, которое он заказал. Будем кушать клубничку. Где? Да, вот здесь. Булочку сейчас папа принесет и будем кушать клубничку. Будем? Зайчик. Ты любишь клубничку? Давай мама тебе даст. Держи. Бегаем на травке. Даня, а почему тебе так нравится бегать на травке? Не знаешь, но ты любишь это дело? Куда ты стоишь? Вот здесь. Вот здесь? А что ты будешь здесь делать? Перень. Милана с Даней хотят на вот такой вот батут. Батут миньон. Большой, огромный миньон, да? Да. А у Дани, кстати, штанишки с миньоном. Даня, пим? Даня на горку пошел. Папа футбол смотрит. Тут играет Лионель Месси. Как его не смотреть? Папа все время смотрит футбол. Ходит теперь только так. Только так. Ой-ой. Мы взяли себе на прокат такое вот интересное средство передвижения. Почти велосипед или карета. Милана, Даня, как вам? Удобно? Они впереди сидят, им вообще клево все видно. Обычно мы на велосипедах, когда едем, они сидят сзади. А тут получается, что спереди. Что, папа, ты думаешь про этот транспорт? Я думаю, что это отличный транспорт. Это народу очень много. Людей много, они не смотрят, куда идут. Они просто идут. Они просто идут. Может быть, куда-то в ту сторону. Клевый, да, парк? По такому классному парку вот мы ездим. Между нами любовь. Между нами любовь. Между нами любовь. Кто ездит, а кто усердно пашет. Кто катается, а кто катит, да? Ага. Тоже крутите? Да. Недалеко отсюда был построен Старопреображенский ягодный дворец. А это прямо экскурсия. Что? Ой, тут смотри, папа. Не крути сильно, а то разгонимся быстрее. Мы пришли к пруду. Здесь есть даже ступеньки. Данюшенька, не спеши. Такой вот прудик у нас. Пришли смотреть. Ну что, там живет кто-нибудь? Кого-нибудь видите? Да. Малюсенький. Ну, кстати, вода такая прозрачная. Поплыла, смотри, лягушатник, короче. Ну, прудик, а как по-другому? Здесь, наверное, много комаров. Вот так вот мы ездим на этой штуке. Так вот мы выглядим со стороны.
50 миллионов просмотров. Заходим в живой уголок в Сокольниках. Мини-зоопарк. Перед нами мини-зоопарк, идем посмотреть. Данюша, подожди, стой, зайка. Кто здесь есть? Две! Один, две. Это овца, принцесса, баран, принц. Едят все. Можно заходить? Можно? Да. Не знаю только зачем, но можно заходить. Пойдешь? Да, как? Пойдешь? Да. Вот так? Можно мы откроем? Заходи. Мяу. Сейчас выйдет. Зайчик, давай только быстро. Реагируй быстрее. Оп. А то барашка выйдет. Хайц. Здрасте. Здрасте. Погладь. Вот смотри, какой мягкий. Это какое-то безумие. Признатель. Совершенно нельзя такой побыть смешной. Одному. Он как плюшевый мишка. Такой он классный. Классно? Будешь гладить? А этот говорит, есть давай. Есть, давай! Быстрее, 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 быстрее! Не заходите! Вот. Милаша, вот этого погладь, смотри, он мягенький-мягенький! Вау! Классный! Вот тут, смотри, какая у него мордочка! Он вот меня укусил! Он заживал Милану! Вон наш след остался! Он подумал, что это вкусняшка! Будем кормить? Давай, 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 вот этому дай! Вот этому прям дай. Милана, вот этому говорю дай. Оп, дай давай еще раз. Еще раз давай. Оп, 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 оп. Давай, Данюшка, давай. Оп, 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 оп. А давай с морской свинки попробуй дать. Вот этой, вот этой. Она вот что-то ест. Зай, где у нее мордочка? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Кролика морковочку. Морковочку кролику можно. Морковочку, ну-ка. Ой, смотрите, смотрите, смотрите. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Да, Аня, здорово. Опа. Ой-о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 й. Ой-ой-ой, какие морские смешные свинки. Давай, давай. Чик-ч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 ик. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Пойдем посмотрим, что Милана делает. Милана, а для чего ты это делаешь? Ёжика, да, зай, одей вторую. Две перчатки надо одеть. Привет. Привет, сладкий. Посмотри. Оп. Он двигается, он пытается убежать, поэтому надо здесь не одной перчаткой держать, а двумя. Давай двумя. Давай, я же говорю, две. Покормишь? Давай попробуем. Они любят виноград. Они любят виноград? Да. Вот он, видишь какой? Вот он. А, улыбайся, зай. У тебя ежик в руках. Классно? Здорово. Ой, он мой палец собирается есть. Чем мой палец пахнет таким интересным, что ты его хочешь откусить? Шиншилка вот, только осторожно. Ой, смотрите, как она резко повернулась. Дай, дай мне вот эту штучку. Хочешь? Прикольная вообще такая штука. Пальчики не суйте, а то какая-то опасная. Эй, привет, Кока. Ты будешь кушать такое? Я кукарача. Нет? Нет? Кара. А? Кара. Кар, да. Это попугайчик какой-то. Будешь? Ко-ко-ко. Ко-ко-ко. Это сурки, которые, видать, мясо едят. Давай, привет. Нет, смотри, они морковку едят. Едят? Ну-ка. Ну, не сильно едят. А хотя нет, едят. Они надо не просить, они сами едят. Ого. На. Они, мне кажется, их не едят.
Ой, эти, боже мой, смешные такие. О! Ух ты, какая красоточка. Классно? Да, такие мышки. Ну, не, они такие... Ой, а там еще один, а мы его не видим даже. Классно, да, Милана? Здорово. Садись, Данюша, садись, они тебя будут кушать. Не тебя, в смысле, у тебя. Вот тебе. Ну, чтобы видно было тебя, давай вот так. Ой, ой, забирай. Скажи мне, как тебе зоопарк? Ну как? Так себе. Почему? Маленький. Ну клевые же такие были кролики. А ежика, ты первый раз в жизни трогала ежика. Классно. Тебе понравился зоопарк? Да. Ну что, побежали искать, где мы покушаем? Да, и папу. И папу. Мы зашли в кафешечку. Называется кафе Папаэля. Почему зашли? Потому что папа и Милана соскучились по паэлье. Очень жутко, сильно хотят паэлью. Посмотрим, что здесь за паэлья. А Милана, я хочу посмотреть, что Милана делает. Здравствуйте. Здравствуйте. Милана, что ты делаешь? О, какой красивый браслет. Ты сама его делаешь? Да. Класс. Столько всего для браслетов. Это, наверное, твоя мечта, да? Да. Милана очень любит у нас делать своими руками что-то, а тем более какие-то украшения. Да. А мне уже принесли блюдо, утиная ножка, а с ризотто. Нет. Буду сейчас пробовать. А ты ждешь паэлью, правда? Ага. Мы с Даней смотрим тут ролик. А что вы смотрите? Даня смотрит нас, как ни странно. Даня смотрит, как папа болел? Family Box. Наша скетч. Мы, короче, долго-долго ждали паэлью, почти целый час. И очень голодные были, быстро-быстро ее съели, даже не успели заснять. Ну а сейчас быстро-быстро направляемся домой, бежим мы уже в метро, потому что много времени прошло, а надо монтировать для вас видео. Да, Данюша? Да. Так что на данный момент будем с вами прощаться. Папа! Всех любим, всем пока-пока.